Добрый день, друзья! Продолжим нашу прогулку по частному сектору Петербурга. Мы находимся на улице Первомайская. В прошлый раз мы попали с вами на концерт в прошлом видео, а сегодня я все-таки хочу показать вам эту улицу. Первомайская, 23. Рядом. Посмотрите, как все рядом. Высотки стоят. И тут же частный сектор. Повернули, и частный сектор. Но в этом частном секторе вижу и квартирный дом. Смотрите, вот видите, квартирный дом. Можно купить квартиру тоже со своим двором. Имею в виду двор для этого дома. Все. Вот здесь везде домики, но они такие старенькие уже, ребят. Наверное, это было окраина когда-то. Понятно, что когда-то была окраина, потому что Петербург тоже развивается. Мы с вами были по Выборгскому шоссе, поворачивали в частный сектор. Первомайский проспект, 21. А сейчас мы с вами повернули на улицу Первомайскую. Это ближе к Удельной. Смотрите, там дальше идут улочки, улочки, улочки. И опять то частный сектор, то дома. Там дальше дом квартирный. И вот опять частный дом, 19 дом. Первомайский, 19. Смотрю, чтобы машин не было, а то я так иду через дорогу спокойно. Вот частные домики. Старенькое все, такое ощущение, что были дачи. Вот, видимо, выкупили участок, ставят дом. В таких районах хорошо жить. Город рядом, получается. И тишина, свой двор. Это был бы кайф. Осторожно, злая собака висит на заборе. Конечно, вот здесь как-то неухоженно, но может еще будут обгораживать. Потому что я видела многие. Вот здесь тоже, посмотрите, какая большая площадь. Как-то пусто. Видимо, кому-то же она принадлежит. Так, раз бы купить участочек. Соточек 6 хотя бы. 10 это уже, конечно, круто в городе. 10 соток иметь. Хотя бы 6. Хватило поставить дом. Машина, ребят, извините. Хотела бы поставить дом. Так, смотрите, видите, участок огромный. Вот дом стоит деревянный. Дома какие-то... Ой, подожди, перейду, потому что машина... Там нет. Нет места, где идти пешеходу. И смотрю, чтобы не было машин. Нет капюшона. Вы знаете, ветерок. Хочется капюшончик надеть. Уже переоделись. Легкую весеннюю одежду. А ветерок еще присутствует свежий. Так что можем открывать Авито и смотреть улицу Первомайская. Возможно, что-то здесь и продается. Там стоят. Как-то заброшенные в основном, да? Много заброшенного. Вот что-то тут. Наверное, стройку только начинают. Будут строить. Вот уже дом Первомайский, 15, огородики обработаны. И так мы дойдем до центральных улиц. Справа центральные улицы, прямо центральные улицы. Видите, стройка уже здесь. Что-то строится, классно. Здесь опять заброшено что-то. Смотрите, вот это, да, лес. Лес чаще. Чаще лес. Вот. То есть надо, если даже участок, да, все вырубить, это сколько затрат. Вот хороший какой милый участочек. Ухоженный. Ухоженный участок. Круто. Зеленая травка. Дрова стоят. Тоже больше похож на квартирный дом. Короче, мы с вами гуляем, ребят.
просто случайно на эту улицу заехали и решила немного пройти, посмотреть, какие здесь дома. Здесь как-то есть ухоженные дворы, есть старенькие совсем. Хороших вам дней майских. У нас уже листики. Уже тоже весна, такое небо прекрасное. Ну и все, и вышли на какую-то там дальше дорогу уже. Одна из. Вот возвращаться, улица заканчивается, вот там тоже высотки с той стороны. Ой. Назад. Ой, наверное, ветер, да, ребят, вам говорить? Извините, если ветер. Хорошее настроение. Показала еще вам одну улочку, частный сектор и дома. А рядом Шиховская. А рядом у нас многоэтажки, такие облака пушистые. Что-то нам дождик обещали. Что-то вчера покапало после обеда, поморосило, дождик прошел. А, здесь, ребят, смотрите, на этой стороне, я вижу там мокрые участки, там водичка видна, болото. Что же здесь хорошего? Вот водичка, видите, во-первых, вода идет по, вот здесь, по дороге. И вот там, видно, между деревьями, болото, ой. Нет, я пойду. Собачка охраняет свой дом. Нет, я пошла отсюда. Да нет, там за забором, там решетка до самой земли он не проскочит. Ну да, здесь, наверное, болото, ребят, поэтому нет смысла никакого с этой стороны так стоит. И все, а с этой стороны красивенько. Этот ухоженный двор. Там на Выборгском побольше таких дворов ухоженных. Все, ребят, когда будем выезжать, покажу. Сейчас будем выезжать, покажу, что рядом, какие квартирные дома рядом. Здесь как-то так не ухожено справа. Хотя лучше понабросали всего. Тоже неправильно. Кто? Да, тут есть дворники. Или нет, кто это все сами должны убирать, наверное. Частные территории. Ой, куда-то я зашла на какие-то кочки. Ой, цветочки в дворе. Классно. Где-то я видела цветочки, вот они. Весна пришла. Весна пришла, класс. Все, ребятушки, сейчас поедем, покажу, что вокруг. Вокруг весна. Вот, ребят, выезжаем из этого района по улочке, которую вам я показала, и к домам. Буквально 2 секунды, и мы уже... Вот здесь мы гуляли с вами. Вот там остались дома. Сейчас будет поворот к тем домам, частный сектор. А это у нас уже вот поворотик, сейчас проедем этот, где вот здесь, видите, вот там дома. А здесь уже пошли улицы города, вернее, улицы с квартирными домами. Коломяги называется район. Муниципальный округ Коломяги.
дома, видите, посолиднее. 982-54-02. Большая, 14. Дела присмотр чистит. Десятинная, 10. Ну и здесь железная дорога, видите, как рядом. Все, ребятушки, спасибо за комментарии, спасибо за лайки. Заходите обязательно в Яндекс.Дзен, подписывайтесь. Ой, лежачий полицейский. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен канале обязательно, чтобы мы не потерялись. Следим за событиями в Петербурге. Посмотрим, что будет дальше твориться на YouTube-канале. Если заблокируют, обязательно встретимся на Яндекс.Дзен. Хороших дней, хорошее настроение. Посмотрите, 10 минут прошло, и у нас тучки набежали. То солнце, то тучи. С одной стороны частный сектор, с другой стороны ЖД дорога. Все, ребятушки, жду вас в следующем видео. Пока-пока.